и сбивает вот этот тост, выламывает две. Выламывает. Ну куда меня? Вы что вообще? Ты что делаешь? Я, слышь, ты что? Куда вы выламываете? Слышишь, что? Попробуйте только. Снимай, снимай, снимай. Руки. Стой. Вы меня что не трогаете, вот этот стой. Меня трогает, избивает. Я вас не трогаю. Руки. Я сказал, документы. Мужа долбят. Я сказал, документы. Мужа долбит. Тихо, тихо. Ну, да вы меня отпустите, блядь, ты что меня держите-то, а? Ты кто такой меня трогать? Так у стекло еще давайте делайте. Ну как, мне не надо. Вы что делаете, сука, девку, блядь, ломать? Никто ее не ломает. Андрей, что, Андрей, блядь, сука, Андрей, ну что, успокойтесь, вы что делаете-то, Кого вы ломите, вы что делаете? А, руку ломает, уебок! Руку ломает жирный, он не на руку лег, этот убогий! Руку зажал! Пустите, вы руку зажал! Руку зажал! Ты что, порой, слез, да вы камеры бросаете свои! Он на руке на моей, я лежит, ты что, блядь? Вы, ты мне руку давит, он ломает! Вот она, рука моя! Если ты сейчас... Руку отпусти, вот этот не ломает руку! Вот она! Вот она, рука его, он не ломает руку! Бери ее! Он мне руку зажал, я не могу! Как я вылезу из-под него? Руку мне... Ваня, где брошь? Дэн, ты съемки заканчиваешь? Витек, фиксируй, сейчас я ему строю, я же с ментов еще и скорую вызову, руку ломает. Руку мне отпусти, блядь! Ты мне руку переломал уже, слышишь, чё? Да пацаны, хрень! Сука, так ему в башку этому убогому охота пнуть. Вы чё, дебил, он без ставков? Давай. Ой, сука, блядь! Пизда вам отвечает, чёрт. Отвечай, сука. Пизда. Вот давай. Отвечай, сука, пизда, бля. Лицо мне не светить, уберите камеру свою. Чтобы все вы были зафиксированы. Вот. Давай, на меня ты что снимаешь? Давай вторую руку, стоите. Давай. Сопротивляться. За кого-то ты вы ответите у меня. Вот сотрудники ГИБДД выбили нам окно. Избили моего супруга. Ну теперь там жизнь точно адом покажется, я вам это обещаю. Да нет. Да нет. Куда бегу? О, даже своих не уважают, товарищи. Посмотри, сзади все убирай, ходишь. Лицо разбили опять. Хотя мужчина не сопротивляется. Буся, у тебя ничего в карманах нет? Ключи от дома где? Поднимите его, я ключи от дома заберу от квартиры. У меня слышите? Бусь, стой. Ключи дай заберу. Сзади. Дадите в сторону, не мешайте. Да кто вам мешает? Кому вы нужны? Шапку дай ему эту. Шапку. У меня нет. Ему, Андрею, дай. Ну давай. Куда вы его повезли? Ну куда везете? Куда повезете? Куда не плачу, куда надо везти его? Он что, мешал мне или что? Я у вас спрашиваю, зачем его посадили тогда в автомобиль? Для проверки документов. Ну это уже не суть важно, где что. Машина стоит просто. А, просто? Просто стоит. Это мой автомобиль, который стоит на дороге. Откройте окно, я хочу разговаривать со своим супругом. Через окно разговаривайте. Так откройте. Через окно разговаривайте. Открой окно. Сейчас я в край, это быстро идет, правда. Что первый раз они отправили?
Кстати, сейчас это скорую надо вызвать, чтобы сняли, что он тут мне руку передавил. Я-то его запомнила. Еще не раз мы сюда на дороге попадаться. Почему? Почему чилики скинули? Вот я пробовал обидеть. Ну нормально же разговаривать. Телефон. Ну, почему он сразу не открыл дверь? Чего он дверь сразу не открыл? Ну, алло? Он спрашивает, а какого слова? Он трезвый человек человеком, как выпьет так вот, начинает козы. Всем масса на него упал. Мы государственные хорошах отожрались хоть. Поверьте, вашим детям в этой жизни не повезет. Ой, мои.